Доброе утро, Бердянск. Шесть утра ровно. Значит, смотрите, погода какая намечается. Кто-то вчера опять говорил дождь. И вчера, на вчера обещали дождь, мы вчера приехали. Кто еще пропустил, может, наше видео. Вчера мы уже были здесь с утра. Мы в 6 утра вчера выехали из Кирилловки. 8:30 были уже здесь. Значит, блин, я на пробежке часы выключил, блин, видел, что секунды идут. Я 3 минуты сюда бежал от нашего жилья. Ну, в смысле, я не бежал, я шел. Начал бежать уже вот здесь вот. Значит, так. Фу, не могу что-то сообразить. Еще не проснулся. Короче, я сейчас побегу по набережной туда до порта, как минимум, и назад. Буду включаться периодически, показывать обстановку, что тут с утра происходит в Бердянске. Сегодня суббота, 3 июля. Сегодня вечером футбол. Украина, Англия. Очень круто, кстати. Очень для меня, или Англия, Украина, для меня очень знаменательный такой день и знаковый. Вы знаете, это первое видео на Ютубе у меня было. Это именно с матча, ну, видео, кусочки, ну, не кусочки, а целые это видео были. Я тогда не знал, что можно длинные снимать. Я снимал коротенькими видосиками. Кому это может интересно, да? Женщины может видеть. Ну, короче, у меня был фотоаппарат, который снимал видео такого качества, правда, не очень. Ну, мне тогда казалось очень хорошего качества. Значит, и был, Украина играла с Англией в Днепре. Тогда было очень тяжело попасть. Это мы выходили куда-то там на Евро или на чемпионат мира, я уже не помню. Вот честно забыл, на чемпионат мира, кажется. Помню одно, что Назаренко забил гол, и на матч это было тяжело попасть. Я приехал утром, не купил билет, приехал вечером и встретил знакомого работника милиции. Он меня провел на стадион, на сектор, а он был на секторе англичан. И я с англичанами, проси, два тайма в гуще, целый сектор там был англичан. Для меня вообще это было. Я, конечно, это снимал. А после того, как снял, что-то я решил, что можно это кому-то показать, потому что я один был из наших с англичанами, типа, крутыми там. Раньше казалось, это самые такие крутые фанаты, ну, вообще, родоначальники футбола. И выложил, и меня там позаходили видосы по 20 тысяч в то время. Ну, короче, очень круто позаходили. Вот с этого я и начал думать о Ютубе. Вот интересно, как, да? Ладно, побежал я сюда. Сонный разговаривает, да, все. Все, еще раз всем доброго утра, друзья. Это третий пляж, район Слободка. Вот такое утреннее состояние тут по чистоте, по уборке, смотрите. Ладно, побежали. Людей уже достаточно, видите, 6 утра. Какие, кстати, соломенные тут зонтики. Днем, конечно, вечера была тут уйма. Все, погнали. Так, тут на камешках рыбаки присутствуют. Что ловится, нет, неизвестно. Сейчас там на набережной возле жабы должно быть много рыбаков. О, бегуны встречаются, круто. Тоже хорошо. Тут купаются люди эти. Интересно. Вода спокойная, вообще тихая, смотрите. Стоит. Стиль. Все. Как жабе, к жабе погнали. Да, кстати, продолжим. В общем, желаем сегодня сборной Украины победы. Всем, кто болеет, меня поймут. Я сегодня переживаю. Я вообще болельщик со стажем, как говорится, с детства я. На стадион. Сейчас 80 там какого-то года, 5-го, кажется. Ну, вообще начал увлекаться с 83-го, когда Днепр чемпионом стал. Там, наверное, многие футболом в Днепре увлеклись.
А потом я ходил, я всегда был на фанатских секторах, сидел с фанатами именно, типа ультрас, как бы назывался, или как там еще. Ну это, по-моему, по детству вообще, а потом уже, когда спортсменом был, тем более, он же много знакомых играл, и при... И у нас был свободный вход, мы ходили бесплатно на футбол, поэтому мы... И рядом был спортучилище наше было. И последние 4 года, когда учился, так мы все время ходили на стадион. Так что я болельщик. Все, тему закрыли, побежали дальше по Бердянску, смотрим. Я решил по берегу бежать, вот здесь, вдоль водички. Заодно я посмотрю, как тут обстоят дела. Ну, честно, сразу бросается в глаза то, что пока я могу сравнить только с Кирилловкой, Кирилловки чище, мне кажется, в это время имеется в виду. Ну, не знаю, сейчас связано с тем, что сегодня суббота. Ну, бросается, что, говорю, чуть-чуть не тут грязно, а в Кирилловке чище, вот так. Тут тоже достаточно, видите, тут уже расчесано тоже, именно момент. Вот видите, как повыгребали. Ну, первое, что в Кирилловке не делают, это комки вообще. Честно, вообще забыл, как она выглядит. Вот тут уже я вижу. Так, людей дофига. А там сейчас рыбаки. Я сейчас не по... мне не получится тут бежать. Побегу поверху. Кстати, сразу посмотрим. Вода. Как говорится, прозрачности. Медуз нету. Медуз нету? Есть чуть-чуть? А, маленький? Да, маленький не страшно. Ну, так не видно. Не видно. Не знаю, может, конечно, есть где-то там. На воде еще. Вот так возле берега нет, это уже хорошо. Для меня показатель это когда уже возле берега выкидывают на берег, тогда это... Что-то там, кстати, темное небо, может быть и правда дождь будет. Да, хочу сказать, очень душно, парит как-то, влажность. Я сейчас чуть-чуть пробежал, только уже мокрый весь. Так, да, видите, заходит чуть-чуть, может из-за этого все темнеет, солнце прячется. Да так, по погоде, кому интересно, может кто собирается ехать сейчас. Не знаю, может оно пройдет мимо. Потому что здесь небо, видите, какое чистое. Так, рыбаки. Кому интересно, рыбалка, вот видите, сколько рыбаков тут. Так, немного, в принципе, видно, не сильно ловится. Бывало побольше, помню, в прошлом году. Вот тут, кто не знал, тут рыбаки у нас. От жабы по сторонам. Там уже их меньше вроде. Знаете, если бы не смотреть на часы, не поймешь сразу, который час. Люди сидят на лавочках, любуются морем. Рыбаки ловят рыбку. Но единственное, что сюда, если повернуться... Людей нет, не прогуливающихся вообще. Это можно понять, что это не то. Хотя в наше время, последнее коронавирусное, ничему не удивишься. Так, ну что, до порта добежим. Фонтанчик работает уже. Такой у меня получится обзорчик. Это охрана сидит, видите. Сейчас посмотрим, что здесь. Такой обзорчик, как бы 6 утра. Обзорчик набережной Бердянска. Вот водичка. А то что такое, туристы какие-то. Что... А, это поливают, я что-то делаю. Смотрите. Тут, кстати, голуби всегда сидят. Смотрите, сейчас дядя будет ходить что-то делать с баком. Сейчас посмотрим, что он делает. Что-то опрыскивать что-то лишь. Не знаю, что тут голуби. Кто-то кормит, что они здесь.
сейчас. Вот тут, тут красивенько. Ага, опрыскивает деревья, я помню. Вот, видите, он там вдалеке. Вот, написано даже. Вот видите. Вон пошел тоже. Санитарная обработка. Кстати, бегунов много встречается относительно. Больше, чем в Кирилловке. Хотя, в принципе, в Кирилловке тоже как-то в один день. В первые дни было много. Ну, как много тоже. Вот, давайте посмотрим. Какой-то запах непонятный. Я вот не могу понять, что это за обработка такая. Вот, кстати, в Турции тоже ездят так вот, ну, опрыскивают только на машине. Машина ездит и так вот фигачит. Мы думали, это от комаров. Может, это тоже от комаров. Кстати, кто знает, пишите, что это такое. Или это, чтобы деревья не пропадали. Ну, да. Просто в Турции они ездят просто по улице, распыляют. А тут именно на деревья. Ну. Полностью деревья были. Колесо на месте. Значит, все в порядке. Так, что-то дядя дернул, только что-то подсек. Что-то тащит или нет. Так. Значит, сейчас дойдем, добежим до беседочки и будем заканчивать на сегодня обзор утреннего Бердянска. Если таки интересно, то дядя тащит, так дернул сильно, как будто там кита поймал какого-то. О, кстати, что-то новенькое заметил я, смотрите, я не знаю, может я ошибаюсь или... В прошлом году не было в мае, или я тут не видел, или их покрасили. Но вообще, я знаю, там дальше были такие лавочки. Вот этих тут именно что-то я не помню. Какие-то, хотя видно по ним, что они не вчерашние. Смотрите, тут тоже обработка. А, это здесь обработка, с этой стороны написано. Обрабатывают и траву прямо, смотрите. Блин, что это такое? Вот сейчас и... солнечные. А вот кораблики, интересно. Уже тоже пока никого нет. Вон собачки тоже местные. Тут, короче, я могу не говорить, вы просто смотрите. Так, вот это интересно. Катерочек. Скоростной, видно, какой-то прогулочный. Вот еще один такой. Вот по ним видно, что они, видно, быстро носятся. По ним видно, что не видно. А вот эти такие, типа как... Я видел раньше, перед этим я видел только в одном месте, это в Алании такие. Когда-то еще на похожем, мы в кино снимались в своей юности. Кстати, будет как-нибудь видео, я сделаю, расскажу, как я снимался в кино, в фильме. С знаменитыми артистами. На кораблях таких мы плавали в море и бродили по берегу. В роли солдата я был. А так, таких корабликов, ну это, конечно, не такие, как в Алании, конечно, в Турции, сами видите, это такие, ну там тоже такие похожие есть, но в основном там побольше. Все-таки, ну такие, да, немножко, ну и то хорошо, хоть такие есть, то кайф, людей бы было, были бы люди, на которые катаются. А так все нормально, прогулочно, симпатично сделали, молодцы. Надо сфоткать. Три штуки сейчас снимем. Вот такое утро.
Ну что сказать, ну чуть-чуть вот грязноватенько, конечно, поутру. Понятно, что сравнивать город с селом нельзя. Я имею в виду то, что в Кирилловке чище. Ну что, сама Кирилловка меньше. Тут все-таки везде сразу не успеешь. Не знаю, в общем. Ну, как есть. Все. Так хорошо. Море спокойное, чистое. Видите, людей сколько купается. Ну, это показатель. Смотрите, сколько плавает людей. Это значит, медуз нет. Видите? Смотрите. Одни головы. Скажи, я вам еще раз напомню. 6.20. Всего лишь. Вон одни головы. Все. Друзья, всем хорошего дня. Всем пока. Подписывайтесь, не забывайте. И ставьте лайки. И хвалите оператора.